Итак, мы знаем, что апостол Павел велит нам поминать всех царей, правителей, начальствующих в своих молитвах. И я знаю, что вы, весь дом ваш, поминаете, и мы это видели в роликах, неукоснительно. Вы молитесь и за нашего президента, и за премьер-министра, и за Рамзана Кадырова, и за Барака Обаму, и за Эрдогана, и за многих других. Но вот в Америке мы на этой неделе стали свидетелем того, что избран другой президент, и им стал Дональд Трамп. Фигура очень интересная, и очень много споров, толков, суждений, мнений по тому, каким будет этот президент. Люди дают разные прогнозы, как сложатся эти отношения с нашей страной, с нашими начальствами. И вот хотелось бы, Игнатий Тихонович, адресовать такой, может быть, несколько неожиданный вопрос вам, во свете Библии рассмотреть, кто такой Дональд Трамп. Видите, я все эти дни, все ролики, какие были доступны, все пересмотрел. И к нему один журналист приезжал 2 года до этого. И очень хороший дает здесь материал, как он с ним беседовал, вот такие вопросы подкалывающие давал. Ну, какой он политик? В первую очередь, он не православный, пресвитерианец. А Клинтон-то, а та из этих там... Кто они там? Методисты. Я посмотрел, они ничем не разница друг от друга. У тех, у других нету епископата. Они считают за таинство причастия и крещения, а епископа ни у кого не было. То есть для нас они еретики. Это вопрос духовный где. И дальше, как он там выступает, где говорит, сам-то по себе видно, человек-то хороший. Ну, богатство какое? Он его заработал не на поле, не коров пас, как Иаков, не овечек. А вот там где-то знает перекупить, передать, то есть то, что называется в мире спекуляция. Но только в больших размерах, как там много долларов, стерлингов, как стерлингов Герман. Где он заработал деньги-то? И все эти олигархи называют хапуги. Но он-то так постепенно от отца богатство было. Сам там знал, где на что поставить, выиграть, как на скачках ставят там где-то на ипподроме. Я эту тему не разбираю. То, что он говорит, через день он может переменить, и никто и не вспомнит. Сегодня-то русские думают, вот он с Путиным, они там как бы друзья. Я другое. Как человек. Он мне, как человек, понравился. Я сейчас покажу, как вот будет снимать, Володя, неизвестный Трамп. Сенсационное интервью 1990 года с будущим президентом США. Интервью с Дональдом Трампом 1990 года, в котором он предсказал свержение Горбачева, из которого очень хорошо виден его характер, позволяющий уверенно говорить о том, что любые попытки сместить его с президентского кресла, вплоть до вооруженных, обречены на провал. Там сейчас смута какая в Америке идет, собираются, они там друг друга колотят, и... потому что она занимала, говорит, там, наверное, миллиард. Кто ее финансировал, а у них еще теперь нету. Хотите ли быть президентом? И далее, я коротко буду показывать, где, может, потом посмотрите. Я выделил только то, что мне сродственно. Он пишет, первое, каждую ночь я сплю по 4 часа. Я подкидываю в воздух мячик, а потом засыпаю, как младенец. Как будто это я писал. Вот мы уже на это можем сойтись. А остальные-то, гляди, как спят. Он не назовешь там пузатый или какой-то. Он видно, что мужчина крепкий. Вот так. А дальше журналист пишет, через 3 часа, приведя свои светлые волосы в порядок, Трамп с обычной для него наглостью заявляет, что собирается купить за 7,5 миллиардов долларов главную авиакомпанию страны, American Airlines. Ну и далее об этом, в этом темпе все говорит. Вот просто я потом покажу, где, можете просчитать. Это довольно интересное. Я уже просчитал и выделил. Ну, о нем что говорят, не хочу, об его отце говорили. Вот. Показывает, какой он был в эти годы. В галстуке, конечно, он масон. И последних степеней где-нибудь там, может быть, 30-й, 33-й. Второе. Именно убедительность, искусство саморекламы и наглость легли в основу стиля, в котором Трамп ведет дела. Одновременно он отличается тщательным и дотошным администрированием. Ну, я кое-что выделил. Именно убедительность отличается тщательным дотошным администрированием. Мне это очень близко.
Все это у меня бумажки переплетенные, назначено какое время, где. Вот. Ну, а теперь башню там построил, как 68 этажей. Меня не касается. Дальше третье. Проницательность – самая ценная моя черта, утверждает Дональд без всякой скромности. Я знаю, чего люди хотят и что они купят. Ну, допустим, нас бы кто-то с ним познакомил. Ну, он бы увидел, какой я есть, и сказал бы, прости, сегодня я очень добрый, меня президент. Я бы сказал, ну, хотя, ну, 10-20 миллионов долларов кинь. Показал бы, куда мы вложим, купим технику, учителям по зарплату, дорогу проведем настоящую асфальтную. Я бы ему сказал, ну вот это проницательность, это он не в тумане смотрит, а он за этим всегда старается увидеть, а что же за этим. Вот увидели бы, он богатый, я бедный. Теперь мы заговорим о духовном, я вижу, он бедный, я богатый. Мы бы сгодились друг к другу. В этом, ну, если кто-то послушает, посмеется, скажет, ну, еще набивается в друзья. Ну, Бог знает как. Дальше. У него был брат, в 81-м году умер от алкоголизма. В моей семье такое же было. Дальше. Четвертое. Беседуя со мной, Трамп иногда отвечал на телефонные звонки, но никогда не говорил при мне по телефону дольше пары минут. А у меня прямо написано, 2 минуты. Разговаривать не более 2-3 минут. Проверь, правильно лежит положена трубка, вот она вверху. Но, до 1 минуты, но я его не знал. Трамп, я перевожу как трамплин куда-то в лучшее, с опасности. Дальше, ну потом я уже... 5. Мы в начале нового десятилетия. Он говорит, что вы ответите тем, кто называет вас показушным, самовлюбленным и алчным символом 80-х? А он отвечает, богачам я не часто нравлюсь. Но работяги меня любят. Они знают, что я вкалывал и построил все сам, а не унаследовал от отца. Я всего этого достиг сам. Буду распоряжаться нажитым, как захочу. Вот это вот в духовном плане. Я не учился нигде, ничего. Я страшно много занимался. Ну, даже после, когда у меня сожгли эпистолярное мое наследие, письма, и опять у меня 77 томов по 650 страниц. Одна переписка чего стоит? 77 томов. Сам переплетчик, они стоят, как говорит, труды Ленина, это сочинение его. Я всего этого достиг сам. Я ни в семинарии, ни в академии не учился, но я видел, что вот люди не знают Златоуста. И начал насчитывать, потому что переписать невозможно было. На магнитофон налегал. Ну и все остальное такое. 6. Единственный способ это сделать, посмотреть, как к успеху пришел другой. Я постоянно сижу, в первую очередь, у ног Христа. Как святые достигли совершенства, что никому не угождали. Как и написано, говорит, если бы был рабом человеков, то не был бы рабом Христом. Это несовместимое, как служить Богу и мамоне. Это к нему относится. Дальше. 7. Вы считаете, что ненавистники вам завидуют? Он отвечает, да что бы они там ни думали, большинству интересно на меня поглядеть. Так, минуточку. Слышка, говори. Добрый. Хорошо. Ну, слава Богу. Благодарю. С Богом. Это Виктор Андреевич, врач наш краевой больницы, уже договорился с шофером, чтобы утром меня сгрести. Неохота, но, видимо, надо. Считает, что очень опасно. Интересно на меня поглядеть. Понимаете, мне это почему близко, понятно. Это я знаю, о чем говорит он. Как так? Вот такое было. Вы что, вы... Ну, так сделали. Так это невозможно сделать. У нас устав, там 16 правил, правила церковной дисциплины. Фотографируют, архимандриты приезжают, епископы видят, но никто не сделал, никто не может. Начинают их сразу... Ну, как вам удалось? Бог. Бог. И поэтому, ну, для меня это понятно. Дальше, 8. Богатые меня не любят. Они хотели бы все это заполучить для себя. Но я имею в духовном плане, в таком-то у меня ничего нету. Богатые меня не любят. То есть они академии там покончали, все. Они не любят.
Но то, что я знаю, что говорю, они хотели бы заполучить для себя. А у них нет ничего, они неинтересны. Я был в таких местах, где рядом со мной стоят люди высокого звания, а ко мне подходит руководитель и просит меня сказать слово, проповедовать. А у меня образования вообще никакого нету. Девятое. Я подумал, корреспондент говорит, консервативный мужик. Вот мне это дорого. Консервативный, значит, он будет сохранять наследие церковное. И дальше. Десятое. О чем спрашивают? А что вы думали, когда первое потрясение прошло? Он отвечает, это огромная потеря, что у него были лучшие работники, и сели на самолет, полетели, и все разбились. Меня взбесило, что они летели непонятно куда. Была там пресс-конференция средненькая по поводу мелкого матча по боксу. Я им сказал, что лететь не обязательно, но они захотели. Отдали жизнь за такую мелочь. Мне было тяжело. У меня это было мэр города, близкие были. И он вот тоже какой-то что-то там с соревнованием и разбился в дребезги. Я благодаря ему получил вот эти два дома, где сейчас я сижу, где церковь у нас, Баварин Владимир Николаевич. Я пришел к знакомым, близким знакомым, с прокурором края, генерал-лейтенант Пороскун Юрий Федорович. Ну и сидели, он тоже походил, говорит, что он наделал, на нем так много висело. Там начало, там настройка, там люди, и все сразу оборвано было. Я не хожу на похороны неверующих, а тут пошел в дворец спорта. И главное, сколько фотографировали, газета вышла, фотографии, где я иду, около гроба. Было настолько необычно видно. Ну, тут фотографии. 11. Что вы чувствуете, заключая сделки? Он отвечает, мне нравится придумывать. Я делаю то, что делаю, ради удовольствия. И надеюсь, никто этого не делает лучше меня. Понятно? А почему вы мне говорите, он хвалится, то другое, так есть чем хвалиться-то? Вышел в какое дело. И вот я если книги даю, я надеюсь, никто этого не сделает лучше меня. Вот этот трехтомник, книга к истинному православию, там другое что. Вот детский лагерь был. Ну, я, то есть я говорю о том, что есть, что, в чем мне пришлось. Лучше не сделать. По сегодняшний день никто даже не пытается. Я надеюсь, никто этого не делает лучше меня. Я сразу выделил красным. Увидишь потом. Дальше, 12-й пункт. Я верю, он говорит, вы, очевидно, самоуверены. Как вы это используете в бизнесе, самоуверены? Он говорит, я верю в силу позитивного мышления, но одновременно верю в силу мышления негативного. Нужно быть готовым к худшему. Вот так. Да, вы мне говорили об этом. Вот, нужно быть готовым к худшему. Да. Дальше. Я всегда на это говорю. А как, лучше быть пессимистом? Я готовлюсь к худшему, а у меня всегда лучше. 13. Он какой вопрос задал? Вопрос большой. У вас множество врагов в Нью-Йорке. Среди них и группа, которая хочет не дать вам построить там то-то другое, возводить. Они считают так. Он отвечает. И с этим мы боролись. Это эгоистично держатся за то, что у них есть. И не хотят ни с кем делиться. Понимаете? Это мои слова. Они не хотят делиться, они не свидетельствуют, и потому народ ничего не знает о Боге. Люди стоят сироты. Создать такую, как у нас, общину не удается пока никому. Ну еще вопрос. Вы часто говорили, что вас отец заставлял вас работать в подростковом возрасте и научил ценить доллар. Он отвечает, мой отец никогда не заставлял работать. Мне самому нравилось работать летом. Не понимаю подростков, которые сидят дома и весь день смотрят телевизор. Им что, бороться не хочется? Работа у меня в крови. Ну, понимаешь, как быстро. 16. И не угрожал отец, он правил примером, а не бичом. И поэтому я когда показываю такое, а выхват, там умирают от этого. Ну, ничего сами-то не делают, у них нет этого. Я вот сделал для себя вывод, вот сегодня говорил, кто каким-то боком относится к миссионерскому отделу патриархии, самые жестокосердные. У них вместо сердца булыжник, поросший мхом. Они не видят, они верят, кто плачет, это лицемеры. И меня они как угодно клеймят. Почему? Они совершенно чуждые церкви, не только этой миссии. У них нет милосердия, милости нету. И все судят вот по своей черноте обо всем мире. Дальше, 17-й. И чему научились? Он отвечает. Я очень недоверчивый человек. Я постоянно пристально изучаю людей автоматически. Я так живу, плохо это или хорошо.
Понятно, вот мне это настолько это близко. Я не сразу с человеком схожусь, смотрю, молюсь, а дальше будет видно где. Держу как бы на расстоянии. Не так, что схватился. Но бывает так, один раз только встретились, и сразу открывает Господь, что он именно тот, кто есть. И дальше говорит, а почему? Он говорит, я очень скептически отношусь к людям. Это следствие инстинкта самосохранения. Думаю, что дело до людей, к сожалению, есть только им самим. Сейчас очень многим полезно меня любить. Вообще, им полезно меня любить. И что о нем говорили там, ну, в Англии, в Германии против него. Сейчас, говорит, быстренько из интернета все стирает и изъясняется в любви. До того смешно. А что говорили, все показано. Каким образом? Он отвечает, подсылая к покупателям людей, проверяющих их на честность, предлагающих им меня надуть и прочее. Вот мне звонят, вот не знаем, куда десятину отдать. Я говорю, да вот храм открытый. Да нет, вот я на занятия к вам хотел. Я говорю, хорошие священники у нас в этом храме, в этом. А откуда, может быть, там сидит патриарший какой-нибудь, меня пытает. Меня часто удивляло, когда люди, про которых я был уверен, что они согласятся, внезапно отказывались. А люди, которые должны были отказаться, соглашались. Ничего нельзя сказать наверняка, пока не проверишь. Люди очень любопытный вид. Поэтому для меня дружба проверяется только трудными временами. Я инстинктивно не доверяю многим людям. Он говорит это у меня и есть. Это мои слова. Я не знаю, кто так бы его еще разбирал, вот так, чтобы нашел в самом себе это. Ну и 20-й. Вы покупали целые страницы в нескольких крупнейших газетах страны и размещали там не только ваше мнение о внешней торговле США, но и защищали смертную казнь. Почему? Он отвечает, потому что мне страшно видеть, как страна катится под откос. Если мы хотим вернуть закон и порядок на улице наших городов, нам нужна смертная казнь. Нам нужна сильная полиция. Я, как гражданин, с ним полностью согласен. Как христианин, я этого не могу сказать. Вы верите в принцип око за око? 21. Либо наше общество сгниет, оно гниет на наших глазах. Ну, это мои слова. Скотомогильник, страна и церковь. Дальше. Вопрос задают ему. А когда вы прибыли в Москву, как прошли переговоры? Ну, он с ним разговаривает, дальше он говорит. Довольно интересно он так. Они что-то подумали, предлагают. Мистер Трамп, мы создадим комиссию из 10 человек. Из них 7 будут русскими, а 3 вашими представителями. Все конфликты будут решаться комиссией. И я подумал, охренеть, 7 к 3. Мы тут сказки рассказываем друг другу или что? Как переводчик нашел это слово-то, я не знаю. Я даже не знаю, как это по-английски. Но вот, понимаете, вот язык у него хороший. Жестче. Ваше любимое слово. Что вы под этим понимаете? Он отвечает, жесткость – это внутренняя готовность победить противника и сделать это с улыбкой. Жесткость – это систематическая победа. Вот, когда я говорю, прочитал там, американцы сделали исследование, какие 6 качеств лидера, это первое, значит, первое самое – воображение, знание, умение, решительность, беспощадность, вот это жесткость. И последнее, 6 качество – привлекательность, жесткость. И про меня пишут. У Игнатия, говорит, как у Чапаева. 2 головы хорошо, но 1 лучше. Жесткость – это систематическая победа. Я знаю, что такое победа. Даже если сегодня у меня последняя с вами встреча, и к утру меня не будет. Слабость всегда наказуема. О! Слабость всегда наказуема. Это просто эпиграфом можно взять. И дальше. И что, в кабинетах компании Трампа есть люди, которые думают именно так? Он отвечает, 24-й пункт, разве что в самом низу. Я бы никогда не нанял человека, который всерьез так думает, потому что у него мозгов не хватает. А о чем они думают? Ну, о ядерной войне, что ее не будет. Я считаю, это величайшая глупость. Вера людей в то, что ядерной войны не будет, потому что, дескать, все знают, насколько она будет разрушительна. Это полнейшая херня. Вот и все. Еще. Погодите. Если вы считаете, что общество ваши взгляды разделяет, и с работой бы вы справились, почему вы не избрались президенты? Ну, это в 90-м году, считай, 16 лет назад. Да почему? 26. 26.
я бы справился лучше всех, или как минимум не хуже остальных. Нравится мне, просто как есть. 25-й. И тут фотографии идут, можно будет посмотреть. И 26-й. Сообщали, что вы хотели стать владельцем местной бейсбольной команды. Он отвечает: спорт - паршивое дело. Я всегда говорю об этом. Если спортсмен получит травму или плохо выступит, он все равно требует денег. А если он себя показал лучше, чем обычно, то тут же требует пересмотра контракта. Мне больше нравится, там, говорит, бокс. Вот, четко, ясно выражает свою позицию. Ну, дальше я пролистываю. Сейчас. Это у меня что? Как-то Трамп начал планировать назвать, как... У нас зал набилось 473 журналиста на пресс-конференцию о велосипедах. А сколько бы пришло, назови мы все это другим названием. А я назвал Трамп, ну, там у него здание, там все Трампом называют, и сколько журналистов. Еще. Ну, дальше опять говорит о том, что спит 4 часа. И когда не спите, как занимаетесь чем? Так, смогут ли ваши дети когда-нибудь достичь того, чего достигли вы, если у них есть такие гены? Он отвечает: я не знаю, нужно ли это моим детям. Мне бы больше хотелось, чтобы они научились не строить, а сохранять. Мне не нужен в качестве сына отличный переговорщик, хотя бы, конечно, хотел, чтобы здесь все работало и без меня. Но я бы хотел, чтобы мой сын был не великолепным предпринимателем. Ну и дальше говорит кем. То есть надо уметь пока сохранять. Ну, я об этом всегда говорю, это старое где. Если бы вам довелось начинать все заново, чем бы вы занялись? Отвечает: хороший вопрос. Есть что-то очень хорошее в земле. И сама земля – это, в принципе, недвижимость. На первом месте труженик сельского хозяйства. Второе – вот то, что шьют там, какая там называется, ну, легкая промышленность. И третье – это, конечно, строительство. Хороший вопрос. Что-то хорошее в земле. Ну, об этом говорил еще этот Столыпин Петр Аркадьевич. Земля несет нравственное начало. Это так видно. 29-й. Во время наших бесед вы выглядели весьма приятным, обаятельным человеком. И при этом постоянно говорите о жесткости. Вы притворяетесь? Отвечает. Думаю, у всех есть какой-то фильтр. Я честен, и люди работают на меня годами. Люди редко от меня уходят, но если кто-то пытается ударить меня в спину, если кто-то пытается взять меня за задницу, я давлю куда сильнее, чем пытались надавить на меня. Тот, кто пытается меня ударить, заплатит. И те, кто уже заплатил, за добавкой не возвращаются. Я не люблю быть битым, не люблю, когда меня используют. Это, кстати, одна из проблем нашей страны сегодня. Нас все используют. Мне это очень близко. А почему вы говорите? Ну, потому что он в заблуждение заводит, я обязан об этом говорить. Ну и дальше сейчас, вот смотри, дальше снимай. 7 причин, почему христиане поддержали Дональда Трампа. Сергей Киреев. Ну я тут стою, обычно Ctrl нажать и навести курсор, давнуть и сразу вылетишь на это. Дальше ролик. Молитва за Дональда Трампа. И точно так. Дальше. Верхушка паразитов тоже хочет жить и будет руками Трампа наводить у себя порядок. Тоже поясняет, где. Зарядить это надо, вот как раз. Я еще его не показал. Ну, просто заголовок зарядить. Последовательный Трамп и сумасшедший Порошенко. И тут же сразу ролик. Американские евангелисты просят Бога, чтобы Трамп был их президентом. Ролик. Трамп высказался за сохранение однополых браков. А это никуда не годится. Америка сгорит вместе с ними. За сохранение. Ну, видимо, ему сказали там свои, кто над ним-то еще, он же не сам по себе. Шокирующая речь Дональда Трампа после финальных дебатов. Смотрите до конца. Ну, вот тут ролик. Это стало сенсацией для России. Трамп еще более опасен, чем Клинтон, президент США. Я подумал, это может быть вполне именно так. Более опасен, чем Клинтон. Не знаю почему, доказательств у меня никаких нету, но заголовок мне понятен. Дальше. Дональд Трамп о России и Путине. Дальше. Первое интервью Трампа разошлось на цитаты. Европу ждут нелегкие времена в эпоху Трампа. Ой, припомнит он все оскорбления. То есть вот сколько роликов, которые я очень внимательно от начала и до конца прослушал и просмотрел. Так, о нем сказать, как о президенте, я ничего не могу, потому что это высшие эшелоны, и власть всегда говорят, что это грязное дело, политика. Он масон,
Он не может быть. Масонство не почтил только один человек. Джон Фицджеральд Кеннеди. И мы знаем, чем это кончилось. Это единственный из всех 45 президентов. Еще спрашивать. Ну, он молится. Ну, как он молится? Я видел, стоят там женщины без платков. Ну, говорят, если они бы сказали, что знают, так, чтобы земля дрожала, то пророка рядом нету. Мы не пророки. А где-то кто-то рядом, такой, как у Дафана, сказать это, у Давида был Нафан. Пришел и обличил его. Так и это. Вот мое, как бы сказать, сходство, как я нашел, что мне в нем нравится, ну и было бы о чем поговорить, если бы была встреча. Но это невозможно, я к этому не стремлюсь, но просто так сказал, чтобы знали. Мы сразу начали на него молиться. За него. Чтобы Господь его вразумил, наставил. А война будет, война обязательно будет, потому что это нам говорит Святая Библия. Мы от этого не отказываемся. Вот такой ответ. Благодарю, очень удивительно и признаться неожиданно. Я никогда бы не подумал, что можно так сопоставить, но да, действительно, очень многие черты характера Трампа, они присущи, в общем-то, общностью и вашим. Это действительно так. И тогда вот по ходу еще один вопрос, он как бы дополняет. Вот неоднократно вы об этом тоже говорили, что Трамп, безусловно, это трудолюбивый человек. Да. Человек. Нам, христианам, это тоже очень близко, потому что Господь дает нам эту заповедь, заповедь труда. И Господь нигде нам не дает заповеди отдыха. Здесь день субботний, это день покоя, либо, как мы бы сказали, это день, посвященный Христу. Ну, у нас это воскресенье, которое было прообразовательно субботой. И вот такой вот у меня вопрос. Как трудиться христианам во время отпуска? Ну вот работа – это работа, а месяц, например, у христиан – это отпуск. Вот как трудиться? Вот есть благовестие, ну не все вот благовестники. Вот какой минимум, может быть, нужно делать, чтобы не грешить? Потому что если христианин не трудится, получается, он грешит, он нарушает заповедь Бога. Ну опять же, я что, как я проводил? Отпуск, мы работали в мостопоезде, бесплатный билет был. Мы уже заранее договаривались, кто-то покупает. А у нас бесплатный был. Батюшка едет. Мы обычно 6-8 человек ехали. Ехали в один конец страны. Но мы как избирали? Нам надо, допустим, Санкт-Петербург. Мы ехали к родителям в Киргизию, наблюдай куда. Дальше едем в Баку, переплываем Каспийское море, Грузию захватываем, Молдавию, Украину, Прибалтику. И, наконец, мы Эстонию, Латвию, Литву и в Санкт-Петербурге. Все, в один конец мы доехали. Это в один конец так. Но нам делали льготы. Видимо, там оговорки не было. Ну и обратно, теперь уже через Москву. Там у нас хороший знакомый жил, Гордеев Михаил Федорович. Мы приезжали, там телефон, один человек на телефоне. Людей собирали, беседовали, встречи. Ну вот так мы проводили. Вот. А теперь, ну какой отпуск? На пенсии отпуск. Вся жизнь отпуск уже. Уже все время надо думать о другом отпуске. Отпуск с земли. Ну а вот так мы проводили отпуск. Всегда была эта благовестническая поездка, встречи, там ходили мы в Эрмитаж, Исаакиевский собор, в Третьяковку, где что было, в собор Василия Блаженного, то есть мы захватывали много, в Кремль пойдем, везде водили. И везде, где бы мы ни были, даже в соборе Василия Блаженного я проповедовал. И в Исаакиевском, там вообще было чудо. Слышал? Да. Ну вот, да. Когда там забили, все, не пройти, ничего нельзя. Вот так. В Третьяковке также, что комната забита, и милиция не может ко мне подойти, а потом подошла и вела меня по всем экспонатам, чтобы только на улицу вытеснить меня. То есть я знаю, что такое владеть аудиторией. Поэтому, когда вы говорите, у вас там что-то где-то, я не могу сказать, что завидую, но ностальгирую очень сильно. Эх, как бы я туда сейчас, прям пешком бы ушел. Ну, настолько мне это все, это мне дано, и тут никакой учебы это нельзя достичь. Я дал Бог мне чувственное сердце. Боль другого делается моей болью. С плачущим плачьте. Это не просто так. И с радующимся радоваться. Мне это Бог дал. Это не видят только явно те, которые не хотят видеть. Ну вот что, если надо где-то что-то помочь, поспешить туда, если по-другому нельзя. Вот.
теперь, которые работают, просятся. Я говорю, ну вы берите отпуск, да и приезжайте. Ну как-то еще добавьте. Я работал на корабле когда, а там навигационный называется. Ну, должно быть 174 часа в месяц. А мы-то на корабле, и у нас выходных нету. И когда в отпуск идешь, все выходные прилагаются к отпуску. И отпуск был не 14 дней, а 1,5-2 месяца. Навигационные были. Ну, тут было, еще раз вернусь. У меня отец инвалид. Я приезжаю, инвалид войны отечественной. Я все стараюсь перестроить, навоз вывести на тележке. Но у меня силы, Бог не обидел. И с молодежью посвидетельствовать, где. Но главное тогда была эта работа. Помочь родителям. Когда я уже знал Бога. Всем засвидетельствовать по деревне. Вот так проводить время. Я так вижу его. Спасибо, Христос, Игнатий Тихонович. И тогда один вопрос, он, может быть, немножечко отличается от нашей общей темы нашего сегодняшнего разговора. Хотел поделиться наблюдением, ну и, может быть, услышать вот от вас какое-то мнение, так это или не так. Значит, наблюдение следующее. Вот я разговаривал с батюшками, это об этом говорит не один батюшка, и многими людьми, которые раньше были в секты. Но прежде этого, во младенчестве, эти люди, они были крещены в Русской Православной Церкви. И вот большинство об этом говорят и сходятся, что те люди, которые были в младенчестве крещены в православии, пусть даже они не знали ничего и даже не помнили, вот они более легко возвращаются в лоно церкви, из всех, где они были даже продолжительное время, нежели те, которые не были крещены, которые приходят, и которых даже подчас вообще невозможно из этих всех вывести. Вот мне кажется, может быть, это связано с печатью Духа Святого, который получает человек при крещении, или я заблуждаю. Вот такой вопрос. А зачем вам знать ответ-то? Вы имеете, вы себе держите, потому что это сокрытая сторона нашей жизни. Мы можем ошибиться не на 2%, а на 100%. Какая-то причина, какое-то событие, что-то услышал, опыт, предыдущее, благодать Духа Святого. Это все может быть вместе даже. А по полочкам раскладывать, да и зачем нам это нужно? Вот я знаю, у меня мать, она верующая, она говорила о Боге, о суде Божьем. Вот это заставило меня искать. Это уберегло меня от нехороших поступков. Просто уберегло меня. Я ни разу не заматерился за всю жизнь. Я не знаю этого слова. Хотя отец у меня эти слова выпускал. Видишь как? Поэтому мать моя, Мария Егоровна, она сыграла большую роль. Она ничего не знала. Она знала, есть Бог, и молилась. Пасха, посты соблюдали. Ну, беспоповцы, киржаки называются. Вот. И это привело меня к Евангелию. А к Евангелию я понял, что, значит, должно быть священство. Я нахожусь в церкви. Без литургии. Нигде я не могу причаститься, а это может совершить только истинный священнослужитель, имеющий рукоположение от апостольских времен. Это мне Господь открыл в первый же день. Меня не надо было уговаривать, мне никто не говорил, только дали Евангелие, вышли в другую комнату, и я уже обратился. Потому что это то, что я искал. И я это слышал не буквы, а как бы голос неба. Настолько для меня это было близко. И в этот же вечер на корабль приступил, только я сразу начал свидетельствовать. Это Бог дал. Со страх я его вообще не испытывал. Я его не знал. Не знал. Вот жена у меня припоминает где-то что-то, где я поступал неразумно. Там большая компания, на ножах дрались. А я в кучу врезался и всех их раскидал буквально где-то. И потом все приходили и благодарили Бога, там и кто там, жены или кто. Как я это сделал? Я этого не знаю. И мне кажется, я там и не был. А это все у нас перед окнами было. Большая площадка, где я с собаками дрессировал их. А тут я вышел один, и думать было нечего. А потом где-то две компании встретились, и одна на другую, а мы шли в лес. И я встал посредине, и их проводил. Они попали, говорится, две группировки, когда это время было где-то. И Господь их сохранил, тем положил на сердце отстать, уйти. Вот так Бог делает. Я не могу некоторые вопросы ответить, я не знаю, это сокрыто. Вот почему у меня сегодня сидел, не ударился, ничего, и вдруг нога, ступня огнем горит. Что это? Говорит, тромб. Ну, тромб, значит, я ночью скончаюсь сегодня. А если не тромб, я не хочу из дома уходить. На ночь глядя, там ни врачей, никого нет, еще я там буду трястись, где попало. Если живой останусь, значит, утром меня отвезут, там и все как надо сделают.
Помолитесь, чтобы до утра дотянуть, а там видно будет. Ну, вот так. Ну, тогда у меня на сегодня вопросы все. Спаси Христос. Значит, мы за Дональда молимся, мы благодарим Бога. И если, ну, кто-то будет спрашивать, что полезно, ты скажи, вот я видел человека, который взял для себя полезное, как Антоний, как пчела со цветка на цветок. Я просчитал, и он мне понравился, я не скрываю. Он мне как человек, не миллиардер, не президент, а как человек. Он мне понравился. Видите, я 29 пунктов выделил. 29 это уже характеризует что-то. И я так думаю, немногие люди заметят это и выделят. Я их выделил красным шрифтом, там по цифрам, и вот все это увидите. Мне это дорого. Я сам достигал всего сам. Сам. То есть с Божьей помощью, благодать Божия. Но у меня не было волосатой руки нигде. Отец неграмотный, мать неграмотная, у меня никого не было. Мне как-то один и говорит, вы росли как дичок, у вас не было духовного отца. Я говорю, здорово живешь. А где я обратился, через которых получил и жил там? Я с корабля-то уволился, у них на квартире жил. Михаил Анна Еремеева. Дальше переехал сюда Александр Иванович Устинов. Я называю, кто? Я один никогда не был. Но ученик достигает, говорит, как учитель. Я учился страшно много. Когда я вспоминаю, то Виктор Гюго, когда писал роман, там, «Отверженное», «Пробитого от Орлова», он закрылся в неотапливаемой комнате и сделал так, чтобы стоя писать. И чернилу, бутылку взял и списал. У меня такое же было. Я закрывался, и мне как-то подавали в холоде. Стул опрокинутый, лежит здесь доска. И я что, решил заново законспектировать полностью Пушкина, Некрасова, Расула Гамзатова, Блока, Есенина. И это все за зиму, около 24 тысяч страниц. Это вещь вообще невероятная. Вот когда я 26-й том выпустил, студентам отвечал поэтами, на каждое стихотворение 6 поэтов с разных периодов, вопрос там, какой бы ни задали они. Это 20 тысяч файлов мне пришлось распределять, в какую ячейку положить. 20 тысяч. Это стихотворений. Ну, понятно, что на дороге это не валяется. Это Бог мне дал. И сегодня, когда считаю, я как будто первый раз вижу, и к каждому стихотворению вот вопрос, какое участие в революции было у поэтов. 300 поэтов России за 300 лет. От Сумарокова, Ломоносова и кончая живущими сегодня. Там Дементьева, который Андрей Дементьев, допустим, Роберт Рождественский, вот умер этот Высоцкий, и даже их там стихи. На каждый вопрос 6 поэтов разного времени, и какое именно стихотворение на эту тему, и каждому стихотворению эпиграф из Библии. Кто это понимает, эти книги из библиотеки сразу сметают. Невероятно. Это Бог делает. А у меня никакого образования нет. Или вот отвечать на вопросы студентам, допустим, 2 месяца, я отвечаю по житиям. Это 1173 жития. А житие это большое, из него именно нужно, о чем он спрашивает. Он спрашивает о семье. Какой святой говорил именно о семье? Где он говорил о том, что муж должен быть таким-таким? Жена такая. Отношение к властям. Ну, 1173 жития, это ну не 2, не 3. Так, житие это житием, а где это написано? И у меня везде в кавычки это взято. Взято и показано. Это 7-8 том, открытым оком. Я не искал темы, но у меня так получалось, как будто кто мне подсказывал, займись житиями. Я его насчитал, составил симфонию, а потом вот так. И сразу я знаю, как сейчас слушать буду, запомирает буквально. Это, ну, зависть. Зависть. Они сами ничего этого сделать не могут. А я сделал и отошел. Притом мне самое легкое где-то скажут, и я сразу это внимаю. Вот проповеди. 4 проповеди минимум. Иногда 8 проповедей в храме каждую неделю. И вдруг там одно слово было сказано, я сразу ушел. И больше меня никто не видел, ну не считая, когда митрополит приезжает по Теряевке там раз в 10 лет. Или где-то я был там в Лиссабоне, говорил, или в Тбилиси, в Москве. Это уже не считывало где-то. Один раз сказали, я сразу отошел. Вот я вел занятия, и один человек сказал, что захотели... Я сразу перешел на заднюю скамейку, в угол забился, и больше я никогда туда не вылезу. Я никогда не бился ни за власть, ни за что. Люди не знают меня, они городят, что попало. Легкое замечание, даже со стороны я услышал. Для меня этого достаточно, чтобы я принял экстренные меры. Сразу удаляюсь. Я занимался тут, писал по компьютерам, тут начал, тут меня программисты учат.
И зашли двое, муж с женой, она говорит, вот вы все захватили в свои руки. Умрете, кто поведет это дело? Все этого достаточно. Я свои конспекты все это сложил и больше не прикоснулся. Теперь приезжайте, ремонтируйте. И это не только в этом. А то начинают гордыня, прелесть. Сопрели в этой прелести. Я вообще этих слов не знаю. И кто живет рядом, ну это бы увидел хотя бы епископ. 13 лет у нас был, говорит, пили ели вместе. Но я об этом не думаю и не знаю даже. Я знаю это все до завистики. Они ничего не делают, не могут. Если бы они делали, мы были бы друзьями. Самое опасное сегодня – обольщение, где сатана принимает вид ангела света. Это миссионерские отделы. И этого никто не видит, как будто бы. Самое черствое, самое ненавистное сюда в кучу сбиваются. Где-то. Они ничего не понимают. Не дано им это. Какой отдел, когда Христос по двое посылал? Апостолы дальше пошли по двое. Кирилл и Мефодий двое. Но везде все по двое. Павел потерял Варнаву, берет силу, Варнаву берет Марка. Ну, брали бы еще 5 человек, и мы ездили по двое во все поездки. А в Москву ездили, это просто люди во время отпуска отдыхали. Понимаешь, как вот? А как вы до этого дошли? Я не доходил до этого, я просто как будто бы с книги это считываю, и все. Это Бог дал. Так что я с вами сегодня прощаюсь, и как Бог даст. Помогай, Господь, и гадите. Да, я сижу, у меня прям ноги огнем горят. Все. Ну, вот так. С Богом. Все. Спаси, Христос. Мы, наше знакомство дало отличный материал, людям слышали. И на вас уже начали обижаться. Это главный он виновник, что Лапкин, Лапкин такой нехороший. Такой нехороший. Слава Христу. Ну, ладно, домашним, во славу Божию. Домашним поклон. Домничу передавай поклон. Передам. Спаси Христос и спаси тебя. С Богом. С Богом. У меня сегодня кошка вот эта надеваю, на которую. Она ее сбила. Я достал и сразу привязал. Вот сейчас надеваю, она у меня свит. Она ниточка не мешает нисколько. Вот так.